Карантин продолжает гулять по ноябрьским школам. Сегодня из-за возросшего количества больных детей занятия отменили в первой гимназии. Таким образом, на внеплановых каникулах сейчас 5 образовательных учреждений города. Ко всему, в 10 и 5 школах не учатся по 2 класса. В целом по округу простудой и гриппом за последнюю неделю заболели 2500 ямальцев. Общее количество больных превысило 12 тысяч. Четверть заболевших приходится на Новый Уренгой. В нашем городе за последние 7 дней заболевших стало на 150 больше. Отмечу, по-прежнему чаще других болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет.